Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Беттер, и сегодня мы будем ставить прогнозы на этап легенд в турнире по CSGO 2019. Итак, дальше будем делать все быстро, качественно. Итак, поехали. Кто дальше у нас проходит? Астралис, Энс, Фейза. Давайте еще поставим, наверное, NRG. NRG у нас проходят дальше. Пиги тоже едут дальше. На 3-0 мы ставим Ликвида. Мибор втыкаем на проходку. Комплексити ставим, наверное, на 0-3. Буду ждать ваших комментариев. Всем спасибо. Всем пока и удачных прогнозов, ребят.